I'm alive. Всем доброе утро. Я Климу готовлю кашку, вот такую детскую. Себе купила вот такую. Ой, все. Готово почти. Это он так хочет есть. Мы с ним слишком долго спали. Мама, я включу. А вот и наш завтрак. Клим, ты будешь есть свою кашку? Клим, мои мальчики, потому что я что-то мало ему вещей взяла. Эти постирала, еще не досохли. Смотри, какая маленькая. Да. Это ее мамочка, да? Нет, это бабушка. А, они встретились уже, класс? Да. Климаська лежит, заболел, сопливый. Вчера весь день давала на ферун. Все равно заболел, не работает. Сходила, купила мироместин, так, чтобы горло полоскать на всякий случай, чтобы было. Ингалипт это я с собой брала. Капаю Климу капли. Финистил купила. Что еще? На всякий случай антифу, чтобы Климу дать перед выступлением. И вот пьем анаферон, который вообще не помогает. Вчера весь день пили, каждый час по инструкции, но вообще не работает. Фигня полная. Я расстроилась. Пока Климка уснул, я хочу собрать с собой перекус. Возьму бутерброды с сыром, с маслом, таких вкусняшек, бананы и все. Клима там не видно. Он спит пока. У нас здесь вот такая вот гримерка, в которой мы будем переодеваться. Вот у нас чемодан. Нет, эту не снимай. Ты же не будешь, сына, не растягивай. А чем ты растягиваешь? Чтобы быть красивой. Скажи, кем ты сегодня будешь? Динозавром. Нет, ты будешь ведущим. Я и буду ведущим. Ты будешь задавать вопросы участникам. А ну-ка, погляди. По-моему, класс. А так еще. Класс? Да. Мне это центр нравится. Да, и мне нравится. Давай, три, четыре. Кис. Сын. Вот так, класс, делай. Быстрее, мне неудобно. Ну все, все. Ты можешь сфотографироваться, пусть тебя мама сфотографирует. Не, ну, надо в ротик брать, нельзя. Ты будешь интервью брать, ладно? Вопросы задавать участникам. У нас же игра, супер-журналист. Да. Ты журналистом будешь. Ну, класс. Все, давай, улыбайся. Чиз. Чиз. Мы уже готовы, скоро пойдем. Я переживаю, я уже выпила валерьянку, но она мне мало помогает. Я хочу быть как Клим. Он вообще не парится. С тобой мне не будет страшно? Да. Ну, хорошо, дай пять. Вот так. Спасибо, мое солнышко, спасибо. А то я для Андрея сейчас все силы выдавили. Давай. Ну, иди, сына. Ау, дорогой. Давай. Давай, дорогой. Хочешь, тебя на руки возьму? Давай. Класс. Давай, чиз! Чиз! Пойдем сфоткайся. Давай. Иди тоже, иди, я тебя сфоткаю. Иди ко всем. Давайте я сфотографирую вас. Давайте. Сына. Класс. Клим, покажи вот так вот. Клим. Ты хочешь везде посидеть? Ну все, Клим посидел на всех диванах. Так, А он уже снимает, пусть видео будет. А сейчас уже идет покажу. Видео, да? Да, нормально. Хорошо. Фросенька, отойди, малыш. Фросенька, отойди. Еще отойди. Вот так. О, молодец. Давайте, три, четыре, чиз.
Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо, спасибо. Я ничего не нажимаю, нет, правильно? Нормально, да, все правильно. Класс. Спасибо вам, спасибо. Да. Пойдем, солнышко. Это нудная байда, которую родители. А то я хочу, да, а я вот только динозавр смотрю, чтобы поехать на усы всех. Правильно. Вот ты увлекаешься динозаврами, Кира увлекается балетом. Да, у нас разные дети талантливые есть. Да. Да. Yes! Ну не надо, сына, все, все, если ты еще раз так большое, сделаешь. Андрей, спасибо вам огромное. Мы тут уже собрались, все наши вещи, собираемся на выход. Представляете, нам даже дали суточные 500 гривен, чтобы мы поели. Я вообще в шоке. А сейчас нас еще отвезут домой. А нам уже папка выслал видео. Представляешь, попугайчик у нас дома. Я в шоке, какой он няшка. Где? Знакомство Маки с нашим... конголезиком. Ням-ням. Представляешь, ням-ням делает он. Он стойки, я хочу зайти к моему попугайчику. Он нас ждет дома. Давай сейчас полетим. Давай. Посмотри, какая фотка. Давай сейчас полетим. Ну, завтра полетим, у нас завтра самолет. А давай ночью. Давай ночью. Когда... сыночек появится, то подарю. У кого сыночек появится? У тебя. Мы только что зашли домой, целый день пробыли на съемках. Такие мы съемочные люди. А мне все понравилось. Я рада, хоть был и тяжелый день, хоть Клима болела. Вот сейчас хоть бы раз чихнул. Все у него в порядке, может быть, лекарство подействовало, я не знаю, но пока у него очень хорошее настроение, и он полон сил. Мне ведущий задал вопрос в передаче, была ли я на какой-то другой передаче в Казахстане, может быть, Клим когда-нибудь выступал. Класс. Ну, мы действительно в Казахстане ни на какой передаче не участвовали. Я сказала, что мы ездили в Россию, и нас не взяли в рюкзаке. Но я не знаю... Но я ни в коем случае не хотела сказать, что кто-то плохой, кто-то хороший. Просто меня спросили, я сказала правду. И оглядываясь назад, я понимаю, что Клима не взяли, но они нам сказали, что пусть он чуть-чуть подучит, и попозже вы к нам еще приедете. Ну, знаете, во-первых, в Москву мы ездили полностью за свой счет. Второй раз ехать за свой счет у нас, честно, нет возможности. Для меня самая главная мотивация, что здесь нам оплачивают перелет, переезд, проживание, нас отвозят, привозят. В общем, все стабильно. А второй раз ехать нам в Москву на кастинг за свой счет с неизвестностью, что возьмут нас или нет, я уже не могу и не хочу. Поэтому как-то так. Нам понравилось здесь, нас здесь хорошо принимают. Спасибо большое Киеву. Никого я никогда в жизни не хочу обидеть. Я хочу, чтобы все было у всех только хорошо. Все были дружны, милы. И чтобы все были здоровы. Это самое важное. Мы сейчас с Климом будем укладываться. Он сейчас размечтался, думает, сейчас я ему позволю играть в iPad. Нетушки, хватит на сегодня. Спокойной ночи. Всем увидимся в следующем влоге. Спасибо за вашу поддержку. Самое главное, что уже наш Рексик дома. Мы хотим домой. Нас уже тянет, потому что там Рексик. Я не могу дождаться. Клим, ты хочешь к Рексику? Да, я сейчас нахомячилась. Мы сходили в кафешку. Я съела стейк, так как пузата хата уже закрыта. И объелась на ночь глядя. А Клим съел супчик. Спасибо большое, что смотрите наши влоги. Всем пока-пока.